До 10 февраля для участия в едином дне сдачи ЕГЭ родители старшеклассников могут подать заявку в любую из общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа. При этом участникам будет предложено выбрать одну из трех дисциплин экзамена – русский язык, математика или обществознание. Единый день сдачи ЕГЭ для родителей, все происходящее на пунктах сдачи экзамена и в аудиториях будет подготовлено по нормативам, предусмотренным порядком проведения ЕГЭ.